Сегодня в Чувашском институте гуманитарных наук прошло прощание с видным ученым, профессором, доктором исторических наук Василием Дмитриевичем Дмитриевым. На церемонию прощания пришли коллеги, друзья, ученики и близкие профессора. Свои соболезнования прислали ученые Татарстана, Удмуртии и даже Австрии. В траурной церемонии участвовали делегации из Мордовии, Мариэл. Василий Дмитриев похоронен на кладбище в Яушах, на Аллее Героев.